Осторожно, на дорогах дети. В среду маленькие пешеходы сами попытались донести до водителей простые правила поведения на дорогах. Вы соблюдаете правила дорожного движения? Да. А на красный свет ездите? Нет. Точно? Конечно. А дети у вас есть? Двое. Они соблюдают правила дорожного движения? Один еще маленький, а вторая соблюдает, школу в первый класс пошла. А вы за них волнуетесь? Конечно. Движение сильное, такое интенсивное, конечно. Для нас тоже родители волнуются. Пожалуйста, ездите в большую скорость. Для наиболее наглядной агитации ученики 30-й школы подготовили специальные рисунки. И при помощи сотрудников ГИБДД вручали их проезжающим автовладельцам. Эти трогательные, по-детски наивные картинки, как признаются сами автомобилисты, отличный способ воздействия на нарушителей ПДД. Я очень рад, что дети участвуют в этом, что они привлекают нас, родителей, бабушек, дедушек к этому. И я полагаю, что это на водителей имеет сравнительно большое влияние. Даже на тех, кто очень бдительно соблюдает правила дорожного движения. По итогам акции все детские рисунки нашли своих новых обладателей. А ее организаторы надеются, что истина устами младенца на водителей произвела такое же сильное впечатление, как штрафы сотрудников ГИБДД. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.